У нас пошел снег. Все как всегда, март месяц. Вот уже сколько снега. Здесь. Сидит. Красавица. Такая красавица. Девочка или мальчик? А? Девочка? Мальчик. Ой, ну иди домой. Вот так вот. Не хочет домой. Да я сейчас закрою. Короче, вот такое у нас светопредставление. Снова пришла зима. Это, наверное, потому что я помыла окно. Посмотрите, деревья уже все белые. Снег так хорошо идет. И еще сказали, будет завтра и послезавтра. Короче, за 3 дня я представляю, что будет. Вот такая вот жесть. Ну что это такое творится? Посмотрите, 2-й день. Вот такое снегопадище. Вот такой слой снега. Это что вообще такое происходит? Посмотрите. Оно валит и валит, валит и валит. Сегодня 16 марта. Офигеть. Блин. Сейчас 7 утра, я топаю на работу. Деревья залепила, кустики залепила. Все занесло снегом. Ой-ой-ой, что происходит? Вот так вот. Все белым-бело. Белая метелица. Нифига себе. Не, красиво, спору нет. Но зачем это надо? Короче, ладно. Я топаю по снежку на работу. Доброе утро, страна. Девочки, какая благодать благодатная. Жизнь прекрасна. Посмотрите, снег просто ручьями с крыш. Вот так вот. Сегодня все почистят, растает. Какая прелесть. И солнышко вышло. Это я на работе. Здесь выхожу на перекур. Место, конечно, мрачноватое, но все равно меня все радует. Все радует, ура! Прям настоящая весна, капель. Сука, как тяжело с людьми, когда они едят. Ой, прям раздражает, если честно. То им горячо, то им холодно, то солено, то не солено. Фу. Я, конечно, люблю свою работу. Но иногда приходится вот так забегать в туалет и выпускать пар. Вот эту воду в унитаз. И в конце концов, мне нужна эта работа, мне нужна. Поэтому приходим к чувствам, улыбаемся и пиздуем. Ой, водичку надо выключить. Thank you.
Всем доброе утро, мои хорошие. Я на русском острове. Приехала к доктору на очередное обследование. Там надо сдать анализы всякие разные. И делать инъекцию по моей болячке. Видите, пробираюсь. Снег, лед. Здесь еще не тает, в городе все подтаяло. Вот такое вот небо синенькое, красивое. Снежок и я, которая пробирается по опасному месту. Ой, солнце сегодня такое прям хорошее. Опять вышла не на той остановке. Потому что я вечно бегу впереди паровоза. Надо было вон там выходить. А я черт знает где выхожу. Вот себе движуху устраиваю. Потому что все надо быстро-быстро уже едешь. И думаешь, быстрее бы уже выйти на свежий воздух. Начинать двигаться. Просторы, хорошо. Вчера я на работе немного стрессанула. Ну, иногда выводят люди. Тяжело очень с народом. А сегодня я уже в нормальном расположении духа. Так, надо идти аккуратненько, прятать телефон. Потому что скользковато. Она еще немного подтаивает. Вообще скользко. Хожу, брожу, гуляю по коридору, который ведет в другие отделения. Мне так нравится этот проходик. Он такой солнечный. Такой прям добрый какой-то. А я сдала анализы. И вот хожу, держу, чтобы остановилась кровушка, не было синяка. И сейчас буду делать ЭКГ. Посмотрите, какая красота женская. Круто. Так, ладно, пошла я, а то меня доктор потеряет. Я вечно где-то меня носит. Везде все надо. Сегодня на улице очень тепло, хорошо. За сегодня, я думаю, все растает. А я еще по-зимнему. Как соберешься переодеться, какой-нибудь сюрприз. Я еще в зимнем пуховике, в угах. И ноги все насквозь мокрые, потому что они у меня-то старенькие. Я же не купила. Думаю, ладно, добегаю еще зиму. А они чуть лужи, все, насквозь мокрые. Надо прийти и к чертям их выбросить. В прямом смысле этого слова. Прям ведро. Так, сколько ж я здесь еще буду засиживать? Ой, девочки милые, в горле ком, блядь. Вся эта обстановка в мире, проблемы у детей, здоровье, короче, все в кучу. У нас что творится, просто сгребают мужиков от 18 до 45 и даже старше, если ты такой здоровячок. Не знаю, что будет дальше. Я, конечно, вы знаете, а за что я переживаю. Это, конечно, неизбежно. Поэтому надо набираться сил, терпения, и с Божьей помощью, может быть, что-то разрешится, хотя это затянется на года два, даже больше, потому что любая разруха, любое восстановление потом же, это длится очень-очень-очень долго. Посмотрите, все капает, капель. Но я, как всегда, делаю вид, что у меня все хорошо. Но
девочки, по-другому нельзя. Нельзя раскисать, ходить унылым говном, зеленой соплей, паниковать, потому что от этого никому легче не будет, ни мне, ни окружающим, ни родным. Все очень печально, поэтому у меня этот долбанный ком в горле. Ой. Ну что, я все сделала, надо ждать результатов. И приеду на инъекцию, если все хорошо, в другой день. Наши сопочки, там еще вон снежок, лед на море. Ну вот так вот. Все перекуриваю и поеду дальше делать обзорчик в магазине. Посмотрю, что изменилось за эти долбанные 3 дня, пока я работала, потому что вокруг какая-то паника, какие-то разговоры непонятные, что прям вообще ни хера нету в магазине. Ну, многого нет в магазине, и цены космос. 3 дня назад я этого особо не заметила, я вам говорила в видео. Никакой паники, это не трагедия, потому что это каждый год поднимается и все остальное. Но в этот раз, конечно, будет намного это быстрее и труднее. Поэтому сейчас я зайду и специально пройдусь по ценам, по полкам, посмотрю, что есть, что нету, и смогу ли я что-нибудь купить. Короче, как-то так. Ой, и смешно, и грешно. А подкупить надо продукты. Короче, буду делать обзорчик, а там уже буду смотреть, что и как. Девчулечки уже по-весеннему, в пальтишках. Все, мне тоже надо уже конкретно переодеваться. Ну, хотя, вы знаете, свежо, еще зябко, но все равно надо переодеваться. У меня куртка такая грязнючая зимняя, вот этот пуховик. Я уже не могу, мне стыдно выходить. Это во-первых. Во-вторых, уги уже все. У меня постоянно мокрые ноги. Я вот прямо сейчас приду и нахер их выброшу. Прям в помоечку. И выставлю свои ботики. И все. Привет, весна. Ну, что-то я стою, туплю. Я сегодня, кстати, зависаю. В больнице сидела, зависала. На остановке стояла, зависала. Сейчас опять зависаю. Так что вот так, мои девочки, мои красавицы. Вот так вроде бы смотришь. Все, солнышко, небо, лес, снежок. Все тает. Весна пришла, птички поют. Все заебись. Но на душе жесть. И не только у меня, это сейчас у всех. И вот этот ком в горле, вот эти переживания. Но надо бодриться, как-то отвлекаться. Вот сейчас буду отвлекаться. Приду домой. Я пока сидела в больнице, я уже надумала, что я сильно хочу, что я приду дома, сделаю. Вот, так что все, вперед из песни.